Самые талантливые дети со всех уголков республики участвовали в региональном этапе Всероссийского фестиваля конкурса Управления Федеральной службы судебных приставов «Хрустальные звездочки». Ребята продемонстрировали свои способности в игре на различных музыкальных инструментах, в вокале и хореографии. Алихан Лепшоков подробнее. Основная цель конкурса фестиваля – создание условий для выявления и развития творческих способностей юных музыкантов, укрепление основ духовно-нравственного единства общества, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Открыл фестиваль «Хрустальные звездочки» заместитель главного судебного пристава Карачаева-Черкесии Азамат Кишмахов. Он подчеркнул, что с каждым годом это музыкальное состязание привлекает все больше и больше новых участников. Фестиваль наш направлен не только на выявление и развитие творческих детей, но и формирование личности ребенка, развитие духовно-нравственного воспитания, сохранение семейных традиций. Поэтому ежегодное проведение стало уже такой доброй, хорошей традицией Федеральной службы судебных приставов. Также от имени Молодежного совета Управления судебных приставов Республики всех участников и гостей конкурса фестиваля поприветствовала заместитель председателя совета Эльвира Карабашева. Всего в концертной программе музыкального конкурса было представлено более 40 номеров. Каждый из юных музыкантов старался продемонстрировать профессиональную игру на инструменте, вызывая бурю аплодисментов у зрителей. Для нас это возможность не только выступить на сцене, но и получить бесценный опыт, отмечают участники конкурса. Для каждого из конкурсантов это одно из важнейших ступеней к дальнейшим творческим достижениям. Мне на гитаре играть очень интересно. Это очень звонкий инструмент, и на нем можно играть разные красивые произведения. Что сегодня будешь играть? Я играю в ансамбле «Колорит». Произведения «Счастливые башмаки» и «Кукла оживает ночью». Очень интересно это. Прям хочется играешь и там красиво. Все просто учишь новые песни и все новое. Все просто идеально получается. Победители регионального этапа конкурса, занявшие первые места, примут участие в следующем этапе Всероссийского фестиваля «Хрустальные звездочки». Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.